Этот теннисный день наверняка не оставил равнодушным ни одного белоруса. Две драматичные встречи, разный итог, но очевидно, что Беларусь готова бороться за Кубок Федерации. После первого дня финала счет 1-1. Перед матчем опасения насчет зрительского интереса, мол, не будет ни Азаренко, ни сестер Уильямс, были лишь у самых отъявленных скептиков. Билеты на Чижовка-арену раскупили задолго до решающей игры. И переполненные трибуны уже во время представления команд заявили о себе оглушительным ревом. Финал Кубка Федерации в Минске – это большой праздник для всей страны. Во-первых, Беларусь в очередной раз принимает соревнования высшего уровня на самой современной спортивной арене. А во-вторых, что болельщикам особо приятно, в этот раз наша команда – непосредственный участник решающей борьбы за главный трофей. Расклады, впрочем, не в пользу белорусок. Букмекеры и спортивные специалисты предпочтение отдавали сборной США. В пользу звездно-полосатых говорил и тот факт, что с ними наша команда в Кубке Федерации уже встречалась и проиграла без шансов 0-5. Но то было на американской земле. Наши 100%. Верим в девчонок. Обязательно они выиграют. Конечно, наши победят. У нас мы сильны духом, у нас самая лучшая команда. Беларусь. Почему? Потому что тут больше болельщиков, чем за США, и больше будут болеть за Беларусь. Был у нашей сборной еще один стимул. На трибунах президент страны. Александр Лукашенко девушек напутствовал еще до стартового гейма. Главное – показать свою игру. Ведь выход в финал уже достижение и свидетельство высокого уровня белорусского женского тенниса. Вы совсем маленькие, а уже в финале. Ну, если выиграем, поможет он нам. Тогда вообще это прогрессивное человечество будет радоваться. Все одинаково готовились, чуть-чуть чего-то, и вы можете выиграть. Да, все нормалось осталось. Саша, ты, я слишком окунулась в игру, я вижу. Да не расстраивайся. Не, я не расстраиваюсь, да. Я расстраиваюсь. Выйдите и покажите свою игру. Тебе лично просьба. 2-3 раза поменяй стиль игры в течение игры, если нужно. Они же привыкли, что ты их так замучишь сейчас. А ты где-то по месту сыграй. Просто пытаюсь снести, чтобы она уже подождите. И больше не вернулась. Если сносится, то сноси. Нет, где-то поменяй. 2 раза. Больше не надо. 2 раза. И все. И они поймут, что ты можешь играть в другую игру. Играть в другую игру, впрочем, требовалось и от Александры Соснович. В отсутствии Виктории Азаренко именно она лидер сборной. И именно Саша буквально втащила Беларусь в этот финал своими уверенными выступлениями против Голландии и Швейцарии. Но сегодня в оппонентах была особо неудобная соперница. Коко ван де Веге год закончила в топ-10 мирового рейтинга. Доходила до финала в Стэнфорде и Джухае. Выходила в полуфинал на Australian Open и US Open. Матч начинается нервно. Соснович отдает гейм, но тут же делает брейк. Белоруска делает ставку на мощную подачу и постоянное давление. Ван де Веге защищается и выжидает ошибок соперницы. Ошибок, как и положено в женском теннисе, было много по обе стороны сетки. Но все же чуть стабильнее была американка. Борьба упорная, но поражение Соснович 4-6-4-6. Она сегодня оказалась на очень высоком уровне. Она сыграла без провалов, она сыграла очень здорово. Но я делала все, что могла. Жаль, конечно, но еще есть шанс. Чувствовала поддержку команды и болельщиков, которая мне и помогла. Довольна результатом. Во многом потому, что умею питаться положительной энергией, которую дает окружение. И от выступления молодой Арины Соболенко теперь зависело многое. Ведь 0-2 по встречам в первый день – это, конечно, не приговор, но ситуация, выбраться из которой архисложно. Многое зависело от настроения Арины. Когда белоруска на волне, остановить ее силовой теннис практически невозможно. Даже Мария Шарапова в финале турнира в Тяньцзине с большим трудом обыграла нашу Арину. В соперницах непредсказуемое Слоан Стивенс. С одной стороны, это первое выступление американки в Кубке Федерации. Долгое время она была в инвалидном кресле после операции на ноге. С другой, в этом сезоне Слоан слоном проходилась по соперницам, выиграв первый в карьере турнир большого шлема US Open. Но поддержка трибун и Соболенко буквально летает по корту, а незамысловатая тактика, мощная подача и уверенный выход к сетке стабильно приносит очки. Стивенс просто не успевает за мячом на задней линии. Первый сет за Ариной 6-3, но ко второму американка приспособилась к стилю Соболенко и выиграла 6-3. Решающий сет – символ всего женского тенниса. Соболенко и Стивенс берут подачи друг друга. Преимущество стартового розыгрыша у белоруски. При счете 5-4 в нашу пользу Чижовка-арена запускает волну.
Соболенко поджимает, очевидно сменив тактику. Теперь упор не на мощную первую подачу, а на затяжные розыгрыши и двойной матчбол. Кажется, Стивенс не знает, что делать. Но отыгрывает оба матчбола, затем и третий, и лишь с четвертой попытки Соболенко ставит точку. Эксперты тенниса говорят, тот, кто в Кубке Федерации выигрывает вторую встречу, имеет как минимум психологическое преимущество. В эйфории и трибуны, которые также будут заполнены. Завтра, напомним, девушки-одиночницы обменяются соперницами, а точку поставит парная встреча Лобко Морозова против Риски Роджерс. Шансы на трофей у белорусок отличные. Игорь Тур, Евгения Косцова, Александр Зонов, Виталий Мотин. Наши новости ОНТ.